Клоун на задании. До пандемии этот молодец развлекал детей на праздниках, но, как и многие его коллеги, в период локдауна остался без работы. Но Шахарул не опустил руки. Он нашел новое применение своим актерским талантам. Теперь он ходит по домам, чтобы проводить дезинфекцию. Одновременно развлекает и взрослых, и детей. Раньше эту дымовую машину он использовал на вечеринках. Сейчас же это устройство для дезинфекции. Благодаря ей его прозвали «клоун в тумане». Дети не могут ходить на улицу или в торговый центр и проводят больше времени дома. Возможно, они испытывают стресс. Даже взрослые испытывают стресс. Но в таком виде я, возможно, смогу развлечь и подбодрить их, а заодно продезинфицировать дом. Хотя и ненадолго, но я могу сделать их счастливыми. Шахарул в среднем получает по 3 заказа в неделю на дезинфекцию домов, торговых центров и магазинов. Во время этой пандемии каждый старается выжить, и это такой творческий подход. Помимо того, чтобы уничтожить микробов с помощью дыма, он также может поднять настроение всем в доме, особенно в нашей многодетной семье. Шахарул не забывает и о собственной безопасности. В дома, где заражены коронавирусом, он не приходит. Я не хочу заразиться, а затем пойти в другой дом и заразить других. Конечно, я волнуюсь и надеюсь, что люди, которые приглашают меня продезинфицировать их дом, честны. В Малайзии самая высокая заболеваемость коронавирусом на душу населения среди стран Юго-Восточной Азии. С начала пандемии здесь заразилось около 2 миллионов человек.